Так. Чуть подфармили лавешечки. Секунду. Чуть подфармили мани. Думаю, стоит купить Кюкри Сюрикен за тридцаточку, потому что, ну, во-первых, максимальный, во-вторых, это лучший вариант из всех. Да и, в принципе, других сюрикенов брать смысла нету. Вот. Так, что еще? Нафармил вот это колечко. Да, в общем, все. Продолжаем. Ой, это новые какие-то, это летающие големы, считай. Прукол. Летающие големы. Ну давай, давай, да. Так, еще попытаемся убить босса, которого в прошлый раз мы не убили. Вот так и делишки. Что-то волна больно быстро уходит. Волна за волной, как-то больно, ой, больно быстро все. Ать. Нормально. Что-то слишком быстро, правда, как-то волны. Волна за волной. В других. А, ё-моё, так это потому что аж прокачан, вот поэтому. Я их в теории должен убивать дольше, но поскольку я выбрал нижнюю линию прокачки, и за счет этого я прокачался, соответственно. Вот. И поэтому эффект так разваливает быстро. Ну, тогда понятно, понятно. Все, снесли. Левел изи. Так, тудаун. Пам, что я хотел? Я не знаю, что хотел. Вот, давайте попробуем этого босса кипнуть. Вот эту атаку. Погнали. Уэ. Так, сразу на отсечение вот этих. Потому что они очень мешаются. Они прям невероятно мешаются. Так, уже что-то не... Что уже как-то не сдается, скажу честно, блин. Бля, все, ну всё. Ну, какая-то дусня. Бля, не-не-не, это просто начало фигово, потому что помню, я его все-таки убил, но если ничего не выпало. Ну, это когда я фармил. Ладно, короче, не суть важная. Просто вот надо вот изначально вот по их по шарикам сверху стрелять, чтобы они быстрее сдохли, там у них... этот хитбокс крит дамага, где на как Егор крит дамага, короче. Так, в инвиз уйдем. Да, вот как он меня видит. Видите? Я в инвизе, он меня пропалывает. С инфермера ты. О, все, всех снесли, теперь будет. Все равно просто бегать аккуратненько и все. Блин, подпрыгнул, зачем? Все, так, вот на этом этапе очень легко запутаться, потому что когда вся система сбивается. Он нагло убил. Так, уклон взять не буду, потому что пока что не вижу надобности. Как чуть-чуть подхилишь, тогда я уже не буду убивать, бля. Как мне сутливо, ей. Чуть запутано. Так. Шпалим. Оп. Вроде пока по таймингам ловимся, все хорошо. Как станет прям хп зажимать, то заюзаю инвиз, в инвизе он хотя бы делает вид, что меня не видит, и если я пробегу перед ним, то он не сразу это вчухает. Так, вот, мне кажется, стоит заюзать полет. Очень полезный скилл, я его недооценил, честно говоря. Так, точнее, это не полет, а ускорение в принципе. Так, вот теперь клон юзаем, давай. Правда, лут с этого босса максимально бесполезный, поскольку ботинки меня замедляют, которые выпадают, ну, они типа железные, они скорее на каком-то на дамагера, как вот, как у стрелка, вот он дамагер, ему собаки самое то. И амулет пули, он, по-моему, дает прибавку к патронам, райфл дамаг, оно мне не надо. Поэтому босс бесполезный, но убить как отчет стоило. Так, максимальное количество сюрикенов нам надо. Так, вот мне интересно, чего тут за босс. Оп. Ладно, полетели, давай, да. А мы играем в прятки. Я с тобой гулять не буду. Это пчела кабана? Прикольная идея. Я найду тебе намного лучше. Я найду тебе совсем другую. Это была минуточка вокала. Так, ну давай. Я все стороны буду палить, чтобы не тратить время.
побыстрее всех присесть. Маленький зомби прям очень полезный. Он, по-моему, один из единственных персов, который, в принципе, дамажит и также, по-моему, собирает монетки. Да, он собирает монетки. Потому что большинство просто оскитаются и дают бафы. Ну, пассивно, как кольца. То есть просто прибавляют что-то. Что-то там, где-то там. Он прям участвует. Он хоть и дамажит прям чуть-чуть, но он... Ну, это импакт хороший. Он даже прыгать умеет. То есть он пытается дотянуться, видимо. Или нет, не знаю. Так там по-любому пойду. А нет, там уже нет. 7 волн. 7 волн это вообще, ну, так-то достаточно. Прилично. Так, уже почти 15к. Нам надо 30. В принципе, не слишком много, но очень прилично. Короче, копим. Упасим. Хорошо. Нормально, слушай, нормально, я так скажу. Шелупонь прогоняем конкретно. Так, все, последний враг из их волны. Ай-яй-яй, еще три волны. Воп-воп. Короче, все как обычно. Мобы не слишком сильные, мне просто интересно, что за... легендарный амулет. Так, все, просто завязаю, что за амулет. Дамаж, дамаг 5%. Слушай, полезнее, потому что вот это чисто для мага какого-нибудь. Вообще кайф. Стопчок плюс, дамаг 5%, хорошо. Нормально, слушай, прибавку дает, видится. А МПшки мне особо не нужны. Да так, изредка. Клон мне не нужен, потому что это будет просто отрата. Я его заезду только на последней волне, чтобы быстрее закончить. Вот предпоследняя волна. Ну что ж ты, шарик, горло свое рвешь. Ой, мяч поджимает, смотри, как это. Оп. Хорошо. Все, шпалим. И последняя волна. Нет, не последняя, вообще последняя. Вот. Нет, так... Ну, когда вы умрете, а? Зачем вы эти? И опять не все, из угла в угол вылезать. Все, наконец. Так, если они пойдут плотным мякишем, то я их снесу, но они, видимо, поштучно, как обычно, идут. Блин, меня так бесит, они вот поштучно идут. Это вот по одному. Зачем? Ну, можно сразу пачку выпустить. Вот опять же, сейчас нет смысла выпускать клон, потому что нет плотной пачки. Нельзя сразу снести очень много. Тут нужно ждать, пока каждый вылетит. Каждого коцнуть. Вот это так долго и муторно. Ну давай! О, гуд, все, отлично. This good. Так, 16к, это прилично. Что тут? Опять на мага, ну что это такое? Ого, тут сколько боссов. Остается надежда только на следующих боссов, что какие-то амулеты и плюшки будут. Но все равно я убью, потому что, возможно... Ой. Вот шлем у нас не очень. Я бы шлем поменял. Это, походу, это... Ой, нормально. Босс пчела, походу. Да. Графлан. Она двигается еще более неожиданно, чем те, потому что она вообще бурная, как двигается. А как контрить это, ее же не перелететь? Чего? Я хз, может он как-то... Ну, я все равно дамажусь. Ой. Я хз, что за босс? Вроде просто прыгать не надо или что? Да нет, дамажусь. Не знаю, вообще не знаю. Ну, сделаю вид, что я тебе... О, блин, да ты что это такое? И ничего не выпало. Какой-то очень странный босс, честно говоря. Какой-то прям... Ну ладно. Так, секундочку. Я вернулся. Так, ну полетели дальше. Так, по-моему, тут будут песочные големы. Класс, вот это враги. Какие-то изичные, слишком изичные. Довольно скучные враги, нет какой-то уникальной специфики.
Эти вообще за две тыки сдыхают. Лафа враги какие-то. Нет какого-то импакта, какого-то там... Вот были бы враги, которые стрелять умеют. Вот это был бы хардик, потому что ты должен был бы прыгать каждый раз и вычитывать их атаку. А так просто из стороны в сторону, из стороны в сторону, и шпали еще все. Вообще без напряга, не помню, стрельбок тоже в башку создали. Да, угу. Так, лучше я буду прыгать. Смотри, как он тут. Хорошо. Ну что, сейчас так вот... Вот эти забавные какие-то... Выглядят довольно мило, вот эти штуки. Ну ладно, продолжим лупасить галину. Что-то на этих уровнях мани прям вообще не фармится. Что-то вот один кес накапал только и все. Да, я чувствую, на сюрикен я буду копить до следующего босса. Ну ладно, ну ладно. Крыса, эль проблем, но проблем. Уй! Не надо меня бить. Я уверен, они сильно дамажут. Они на то и слабые, что они потом как тыкву дадут, как я хочу. Во! Галима вообще смотрит. Уй! Нет, так, я так, падка надо до перезарядки довести, все, этих мы дамажим. Эти перелетаем, отлично. Во-во-во. Все, и по тыкве понадавал бы. Достаточно. Так, бей его. Я поп собираю все. Хорош. Нормальный моб. Красавчик. Так, моба я пока своего апать не буду, этого зомбастика, потому что... О! Уже больно дорого. Сайк дамаг. Дамаг плюс 5. Подожди, а разве психический дамаг, он не на каком-то определенном персе? Ладно, я все ставлю. Потому что вроде как вот это, ну, типа дает мне вот этот эффект психа, но в моей линейке нету этого эффекта. Возможно, он есть где-то у лучника или у оружейного кентика, но хз. Если нету, то вообще зачем я-то использую... Ношу, потому что они посудятся и бесполезны для меня. Только отнимают, потому что у меня нет ни вот этой психической атаки. Также нет ни самого скилла психики, а не тут минус по хп дают. Ладно, глянем, может вообще это... Этот психоз активируется, когда у тебя мало хп, типа, я так бы понял. Но там пояснений нету, там типа, конкретно скилл показывается и типа вот, прибавка к нему. Нам, короче, до завершим, глянем, там, что-то. Ой-ой-ой, так, подожди, мы подожмемся в инвиз. Ну, как они уходят, эти големы, просто как масло. Да-да-да-да-да-да. Вау. Гю. Спасибо. Нет, кстати, нет, мне 2,5к накапало достойно. Так, это что, dodge change, skill cooldown. Это что, blaring дамаг. Ладно, давайте. Это что? One more attack change. Это типа я когда прохожу, я могу в тыкву дать. Так, у кого этот скилл? Gunner. Нет, тут нет психоза. Удаляем. Так, сейчас я посмотрю. Мне интересно, у кого конкретно этот скилл психоз? Магл, логично, но тоже нету. Значит, у лучника? Но лучника тоже нету. Ладно, возможно, да, этот скилл, типа, его нет ни у кого, он, типа, какая-то добавляемый. Но в любом случае, он будет слабее, вот этот ринг. Все, окей. Ладно, я на этом закончу. Уже, получается, в какой, в пятый? Да, по-моему, в пятый уже, то есть в следующей серии. Будем убивать вот, где кисточка, вот. Будем вот этого босса шпынять, вот этого. Вот, на этом все, пока. Также подписывайтесь на мой ТикТок, всех там жду.